Привет, друзья! Я сегодня на работе. Вот. Взяла с собой мелков. Похрустим чуть позже. А пока у нас обед. Обед у нас состоит из рассольника. Такой насыщенный супец и манты. Ну что, поехали? Перчика не хватает. Где там наш перчик? Нас на работе очень вкусно кормят. Девчата, правда, молодцы, хорошо готовят. Час дня, я уже оголодала. Это правда очень вкусно. Салфетки. Супец брызгает во все стороны. Как-то нагибаться неудобно. Ой, как же вкусно. Очень люблю рассольник. Особенно со шрапнелью. Со шрапнелью, как моя бабушка говорила, шрапнель. Ну, перловка. Многие же разные крупы добавляют. А с перловкой прям особенный вкус. Манты горячие-горячие. Все, хочу похудеть. Ну, где ж тут похудеешь-то? С такой заботой о своих работниках. Ну, без хлеба. Хорошо, что без хлеба. Ну, в смысле, не взяла сама хлеб. Вообще без хлеба не могу кушать. Но вот себя пересиливаю. Без первого не могу тоже. Мне даже порой второй не надо. Было бы первое. Ну, я имею в виду дома. Вот. Если бы не сын, то, может быть, одно первое себе бы и готовила. А сын, да. Сын, конечно, больше по второму. Первым он не наедается. Сегодня у моего сыночка день рождения. Ему исполнилось 19 лет. А мама на работе. Ну ничего. Завтра наверстаем. Упущенное. Как говорится. Рассолка. Бабушка наша сегодня торт ему испекла. Вернее, коржи подготовила. Вечером уже намажет. Завтра он пропитается за ночь. Так что поздравит его. Ну, такие дела. Так, ну что, приступим к мантам. Попробуем. Что там? Как там? Нет, девчата вкусно готовят, конечно. Не жалеют ни мяса. Тесто тоненько раскатано. Прям красота. Извините, если я буду чавкать, грязно кушать. Манты есть манты. Вообще люблю их руками, но я не знаю. Вкусно. Горячо. Люблю горячую пищу. Не люблю чуть теплую. Допустим, если борщ варю. Вот я его только выключила. Бабушка всегда говорила, надо, чтобы настоялся. Нет. Сразу половник, сразу, чтобы аж рот обжигало. Вот. Вредно, конечно, горячую пищу кушать. Но, видите, приоритеты у всех разные. Разные вкусовые. Вкусно. Девчата молодцы, как, а? Повара девчата.
Ну что? Спасибо, что разделили со мной эту трапезу обеденную. Чуть позже похрустим с вами мелками. Вот. У меня будет три вида. Глина уральская. И два мелочка. Потом скажу, какие. Ну все, ребята. Спасибо, что со мной покушали.